Все, я запустил стрим. А, у меня в комнату позовите. Блин, а что ты на воду? Да что ж такое? Ладно, Лёша, давай на як. Вытягивай. Постараюсь, но сам по себе як я не обещаю, смотря что ему понравится. Почувствовал. Короче, порой какой? 2560. 2560? 2560. Сол, как обычный. Ой, як спалился. Ай-яй-яй. Как тебе не стыдно? Ой, ой. Арбитра, все. Че? Отключил. Ой, все, все норм. Тут молчать не писать, а за. Нет, тут не молчать не писать. А чё, где жеребьёвка? Ну, тут же зербах, типа, эш. Так, ребята, жеребьев... в эфире, для информации. Решим, что где жеребьёвка. Как, опять плохо. Главное, самое главное, чтобы запись была. О! Потом... О! Звук, да, пока можно... Господи, меня аж тут бесит, когда они команду ставят. А зачем они ставят, мне интересно? Просто крутые поцки. Или это они типа на як намекают? Аврорчик-то. Аврорчик? Аврорчик. Аврорчик. Трясёт. Так, готовы жеребьёвки? Да. Готово. Всегда готово. Окей. Пользователь вышел из вашего канала. Так. Чё, всё? 1:00? Оу, oh, yeah. Ой, 12:00. Какую руку, какую руку? Думай сам, Леш. Думай сам, Лёха. Он загадывает. Хорошо. Он загадывает. Давай, дуй. Перенесён из вашего канала. Ага, не трясёт его. Ну конечно, конечно. Да я сейчас все выплесну. И буду. Иди, это начни в туалете, пока никто не видит. Выплеснуть, он что-то собрался. Самолет матча, Як-1Б. Я просто Ванга. Он кишку вытянул. Ванга! Я просто. Ты не угадал руку. Як? Да, ты сказал правую, а он загадал лево. Мы какие? Звездочки? Да. Вау! Просто мастер уже ревел. Лёш, как он чёркал быстренько сейчас? Быстренько? Хотя ладно, не надо, не надо, не надо. Потом, okay. Потом. Подожди, потом. Группа Б даёшь? Сейчас, да. Мне кажется... Первый будет летать хедшотер. Ну, я. Хорошо. Пойду пописью, пацаны, сейчас я... Команду дам, готовность поставить. Мне кажется, у них хотя бы фитиль, либо аврор сразу. Всё тихо, вот, ребят, всё. Хватит. Ребят, дайте сосредоточиться, всё. Ладно, всё, понял. Аврорчик. Готовность. Готовность. В сторонку. В сторонку полетит. Первый проход вытянул.
боюсь. Он на прострелах будет играть. Да. Я знаю. Так, ладно, посливаем тебе его. Не надо. Как просто закрылки. Закрылки и тянь, все, вот все, что Тимон говорит. Давайте кто-нибудь определится, кто один будет говорить. Я буду все говорить. Готовность здесь? Есть. Пять секунд. Старт. Мышку, клавиатуру не трогай, что настройки нет. Угу. Все тихо. Убрал. Хорош. Тихо, тихо, тихо. Проходу захотел. Хорош! Красава, братан! Просто красава! Молодец, молодец, Лёха. Фу! Чё он тебе кританул? Капец, хвост вообще в хлам. Корпус в храм. Хорошо, что не рули. Всё чёрно. Братан, ты можешь. Чётко. Я думал, будет отворот поначалу. Конечно, то, что он тебя подвесит, для меня вообще... Так, да. Следующего объявлять? Да. Следующий летит Джоник. Мы захватили Джоник. А правильно, Джоник или Джоникей? Так как хочешь, так и называется. Все, мне не принципиально, как. Давай, Вовка. Сосредоточься, так сказать. Я подожду сначала, у них нажму. Я скажу готовность на следующий. Подожди. Все, ставь готовность. Завес, Вов. Да, да. Нормально. Это нормально. Лёш, давай говори, что у него там будет. Просто закрылки. Ну, тягу, если только незначительно. Дальше я всё сам вижу. Не всё вижу. У меня звук просто на минимум стоит. Насчет тяги не обещаю. Ну ладно. Вообще это нечестно. Я не скажу. Подглядывать. Все, что тихо, фан. 5 секунд. Старт. Тяга полная, закрывок нет. Ты не опускайся так, круг. Он пошел под ним. Без закрывок. Боевые. Боевые.
Взлетно. Взлетно пока. Посадка. Дальше сам. О, отлично, у него клин. Отлично, отлично. На посадке. На взлетках, что ли? Кнопочку вам не пускай, хуйня. На опережение возьми. Давай, давай, давай. Перевесите, все. Посадка, посадочка. Родина летя говно. Все, тихо. Красавчик, Джонни. Красавчик. Подставился? Я подставился. Безвыгодное положение. Все, я плугин. Расслабься. Самого тупого положения в земле я проигрывал. Да-да-да, просто тебе повезло, что у него заклинило. Нет, я уже отрываться-то начал. Фух, у меня чуть сердце не вырвалось, ёбаный. Просто капец. Теперь на адреналине. Херач, как я тебя понимаю? Давай. Блин, у меня стакан осушился. Отвечаю, про ведро теперь мне не кажется, что это было смешно. Гибридный способ свой, давай. Маньяк и ситхомастер. А может фантомас я затащу? Тихо, Там Энгри, скорее всего. И что? Я просто сказал, у меня руки дрожат. Сейчас, погодите, я посижу немного. Да просто шесть, он так с угол срезал, я тупанул, блин. Ты там его зависеть так мог, ты, блин, не вообще. Да не, я не стал, нет, я до верного хотел. 5 минут дели, фух, это жопа, господа. Красавчик. Гаван, ты просто офигенски сейчас сыграл. Да. Просто как батик.
Выдержка просто. Готов. Сильх, ты готов? Да. Ну что, понеслась душа в рай. Тебе закрылки сливать или как? Закрылки и глины. И чё? О, блин, глины не скопали. Тягу, чё? Да, тягу, не знаю. Ну, подсказывай сначала. Давай, давайте я тогда. Давай. Вас это разрешено, правило. Готовность здесь, да, подсказывать можно. Готов. Давай, камуфляж, леди Литвяк, давай. Старт. Паднер. Тягу слегка сбавил. Включил. По-моему, тяга 80 работает. Да. Сейчас полностью. На пострел будет выходить. Нет закрылок, нету, нету, нету. Пошел, пошел. Посадку, посадку, посадку пошла. Просто забаживай. Тихо, тихо, давай, тихо, давай, тихо. Тихо, Фанта, тут Джоник начинает. Я уже не пью. Значит, ему можно, а мне нет, да? Тихо. Сейчас ты что делаешь? Да я понял, в чем проблема, я просто говорить не могу. Тебя сбросить пытается в будущем. Нихрена! Я спрашиваю, сбрось тягу, мать твою. Ты зачем на джойстик-то сел? Ты видел? Как ты сделал его жестко на шести? Ну ты мог потом на мышку твою. Нет, я не мог. Капец. Какой джойстик, ты от чего? По мне ты по-другому стрелял, Сид, вот серьезно. По прямой трудно попасть на самом деле. Ну а ты мог перейти-то? Нет. Там я рядом со скалой шел, я мог вонаться в нее. Фанта. Фантомас. Фанта. Да ладно, такой себе. Ты блин снимаешься? Разбрось стенку. Это самое простое, что можно было. Ты герзачник. Чистая шесть такая трапа. Папа. Боже, так повезло, а то серьезно сейчас. Чё, это холодный расчёт сейчас будет гореть вся. Фанта. Это скилл. Фанта, да. Сделай, пожалуйста. Заткнись. Вот это говорят, обычно я ничего не делаю. Как Блэкэп. Я думал, ты знаешь. Блэкэп, я не знаю, теперь. Потом из готовности. Твой гибрид. Да, ну в принципе, кто пойдет после меня, если я просру? Я пойду. Ты не пойдешь. Я пойду. Нет, ты не пойдешь. Пойдет Никита. Ты виноват? Я думаю, второй раз он не повторит этой же ошибки. Черт, ошибки, там не ошибка, там тупое везение.
давай. Это была ошибка. Ань, тебе сливать? Кого? Да хотите не сливать, хотите не сливать. Готовность здесь, Фантома. Да, ой, блин, я уже нажал бой. Отмена, отмена, мать твою. Отмена! Нет, не, все, го. Еще, давай. Готов, готов. Все, я рисуюсь, да? Да, да, давай. Мышкой не верти, тебя прошу. Че за фантом смотреть не могу. Тебе сливать? Да, хочешь сливай, давай. Окей. Твою медь. Да ты чё это считает? Стоп, у нас же 2-1 счет. Да, да, победа как... наша должна быть. Это чё, победа? Ну да, вообще, 2-1 так-то в наш. Красавчик. Нет, так я не совсем понял, это считается? Ну сейчас ничья, 2-1 в нашу. Как бы да, просто. Значит, по идее 1-0, да. Алан. 2-1. Первую дуэль вы выиграли. Счет в игре 1-0. Так. Вы выиграли. Ну, понял, понял. Понял. Так. Теперь пары. Так, теперь пара. Первая пара Хедшопер и Джонни Кей. Ну чё, Лёш, ты что, тренировали? Я не знаю. Сейчас посмотрим, если на PvP, то на PvP. Если не на PvP, то что тренировали. Так, смотрим, кто против нас. Лёш, я так понимаю, 1-0 нашу пользу, да? Да. Игорь, как? Походу, никто не понимает, что происходит. Хоккей там. Канадцы против наших 93-й шельготной Олимпиаде, да, смотришь? Жестко. Столько же адреналина. У меня даже уши трясутся. Ага, есть такое. Зашибись. Вот как. А я думал, что стрелять будет адски. Готовность. Он не то, что адски стреляет, он на проходах норм так долго. Поехали. Просто тягу скидывает и все. Если кот будет против меня, сливайте, что он делает. Я дальше оттолкнусь уже от этого. Я скажу. Давайте сначала посмотрим, что они делают. Пробуем растягивать. Пробуем растягивать? Пробуем растягивать, я в PvP ещё не уверен. Давай. Готов. Не уверен? Тоже готов. Окей. Пять секунд. Старт. Приготовься меняться в любой момент. Понял. Так, давай я влево. Точно растаскиваю? Точно, пробуем, по крайней мере, сейчас. Смотрим, что они делают. Тоже. Сижу за котом. Дальше, Вов. Еще, да, ты смотри, они не сильно прилетают. Оттаскиваем, оттаскиваем. Че, прям улетаем? Нет, ну чтобы не на лоба, все, я уже повернул на Редрага. Я тоже на мистера кота, все у нас началось. Попадание. Я ему маслобак ритнул, там горю. Маслобак. Какой к черту маслобак? О, вот и че, все? Да. Только маслобак, ты издеваешься?
Джонни, на кота, на кота! Один, один. Стараюсь. Все. Браво. Фиаско. Вов. Что? Ну какой к черту мафлобак? А что я должен был сделать? Минус? Там лобовая была, там повезло, что, ему, что он поджег его. Следующая пара Фантомас и Маньяк Ситх Мастер. Я что должен был, убить его, по-твоему? Да все спокойно. Все, забей. Ну-ка расслабили булки. Сейчас папки выходит на охоту. Да, уже как-то не весело на самом деле. Очень мне тоже как бы не весело. А что ты с ним стоим? Капец, я на проходе врата зажал, он просто все протанчил. Верю. Он же христианин, верующий. Мы победили! Отличная работа, парни! С ними Бог! Готовность. Так, Фанта, да, Фанта, что делать? Ну давай на 2 километра разойдемся. Окей. Потом посмотрим, что будет. Готовы, парни? Да. Ну, ты даже, знаешь, как бы... Фух, давай, готово, все, пошли. Че, если что, на ПВП? То. Ну, не знаю, ПВП как-то сейчас... В моем положении. В том, как я на лакерах обманался. Готово. Я не знаю. Короче, давай по ситуевине, как получится. Готовность есть? Да. Есть, есть. Твою мать, я резнулся, сори, чуваки. Ничего, не 5 секунд. Старт. Главное, мышку не дергай, чтобы настройки не падать. Так, я влево. Ну, у меня статично. Ничего, влево. Давай вправо. Вам кого-нибудь сливать? Сейчас буду. Нет, мы не пойдем. Если снимать, ты зайдешь на шесть, он надо, просто нет? Улетать начнет. 2 километра будем отходить до кого. Понятно. Что делать, Сэнгри? Ладно, короче, если что, PvP. Да, PvP. Аврор, не тебя. Ошибись. Да минус. Понял уже. Так, а у них что? У них только Эндри. Отлично. На боевых идет. Слетная. Садочная. Ты сейчас зависится. Зависишься. Что происходит, говорите? Он завешивает тебя. Посадка, посадка, посадка. Переваливается. Тяга ноль, естественно. Посадка еще до сих пор. Тягу выключил. Включил.
Выключил. Включил. Что происходит? Ты что сделал-то? Что сделал? Что происходит? Я говорю. Что происходит? Он так и идет. Тебе Вова все раз говорил. Если он так и идет на посадке, если я ничего не говорю, значит это посадка. Капец. Зачем ты так подставился-то? Все тихо, ребят. Тупо. 4 на 4 решающий. Да. В смысле, я виноват в том, что слил. Ты не виноват. Счет в игре 2-1 в пользу ветерана. Сейчас 4 на 4. Я еще виноват, что я неправильно слил, а ты все так слил. Вы сами, нужно все встать, подняться. Давайте, все успокоились, все нормально. Игорь, Игорь, вы победили! Никита, блин, ты вот сидел у него на 6, ты даже... Нет, не нужно нам переживать. Нет. Летят все те, кто летели. То есть 4 игрока. Это 6. Короче, надо тихо, просто все сделать, блин. Остаскиваем на 2 пары, правильно? Правильно? Да, да, правильно. Да. Мы с тобой вправо, вы влево, все то же самое. Готовность здесь уже? Есть. Такое ощущение, как будто был фанта пинга или пакетлос начался. Все нормально у меня было. А что ты летел по прямой? Практически. Я не летел по прямой. Ну ты никакие действия не принимал. Да у меня заклин был, когда я наверх пошел. Какая реклама? Официально стримим я ради. Короче, я сейчас агрессивно работаю с тягой. Пробую минус дать прям быстрый, вообще очень быстрый минус. Я тогда утаскиваю. Ну, возможно, это смена пар будет, предупреждаю сразу. Они могут мясо устроить реально в центре. Готов. Давайте, ребят, как раньше делали, так и делаем. Да. Все готовы, парни? Да. Чё так без фаста? Один в центре, все та же тактика. А, нет, все правильно. Так, 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 так. О, кого? Ну чё, фанта? Энгри. Давай пойду, мистер. Не ворочай. А, горы ничего пойду. Давай, я на кота. Делай вид, что ты на кота. Да, я на драгоне. На тебя, Энгри. Поздно, поздно сказал. Я драгоном занимаюсь. Как Энгри, меня свой. Погоди, все, погоди, все, кот, все, кот все, завесился. Все. Тихо, тихо. Отлично. С тобой, мистер Кот. Не жопа. Каким, мать его, драгоном? Я же сказал, делай вид, что иду кота. Он мне подставился тогда. Какой подставил?
Angry минус. Аврор к вам стягивается, Аврор к вам стягивается. На меня мистер Кот походу. Он сейчас попадет. Иду за Аврор. Продвижка сядет. Мистер Кота, кто? Все. Будет окончательно. На слабаку Аврора. Понимаете, Карыныч? Аврора на слабак. Никита, какой нахрен? Ой, какой нахрен Горыныч? Ты угораешь, что ли? Красавцы, парни. Вот, вообще один играл. Кто зашибись. Добил Энгри? Сид. Зачем? Я без движки уже был. Потому что он в жопу уже был. Говно просто. Нахрена ты пошел на Горыныча, мне скажи. Нахрена. Понятно. Капец. Сказал же, делаю вид, что иду на мисс Кота. Наша пара сейчас сработала нормально. Мы захватили точку. Моя? Какого хрена у вас там произошло, я не знаю. Все, короче, в жопу. Дальше к себе в класс. 5-1. К сожалению, проиграли. Но хорошо начали, очень хорошо начали. Знаю, ладно, спасибо. Удачи. Пользователь отключился от вашего канала. Удачи. Да, всем спасибо. Пользователь отключился от вашего канала. Пользователь вышел из вашего канала.